Сварить 3 яйца. Очистить, нарезать на 4 части. Выложить в сковороду, обжарить до золотистого цвета. 2 огурца нарезать наискось. 2 болгарских перца. Чеснок 10 граммов, мелко нарезать. 5 граммов базилика, 1 большой шампиньон. Достать обжаренные яйца и обжарить грибы. Обжаривать до золотистого цвета, затем вложить овощи. Добавить 2 больших ложки растительного масла. Теперь делаем соус. Устричный соус 1 большая ложка, соевый соус 2 больших ложки, сухой куриный бульон 1/2 ложки, белый молотый перец 2 грамма. Равномерно перемешать и вылить в блюдо. Добавить яйца, перемешать и выложить на тарелку. Блюдо готово!